5 800 000 рублей. Сертификаты на такую сумму получили два юных жителя Ленинского округа. Это регламентируется законом Московской области о предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Жилищные сертификаты позволят ребятам приобрести жилье на территории Московской области. Вы выберете те квартиры, которые вы для себя представляете, ну, в рамках вот той суммы, которая указана в сертификате. И у вас будет возможность от чего-то оттолкнуться для того, чтобы дальше строить свою жизнь, свою семью. Анастасия Загребаева окончила колледж Московия и пока не определилась с дальнейшей учебой. А вот у ученика ВХТЛ Даниила Воскобойникова есть вполне конкретные цели. И собственное жилье станет большой подмогой в их достижении. Есть жилье, просто как-то более уверенно себя чувствовать. Хотелось бы поступить в медицинский институт, в общем, отучиться хорошо, ординатуру пройти и работать, желательно в Москве, стоматологом. Всего в этом году в Ленинском округе 8 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат помощь в приобретении собственного жилья.